Всем привет! Я, как видите, расположилась на полу в коридоре, буду чистить замшевую обувь. У меня зимние сапоги, нужно их уже положить на прикол, и осенние сапоги. Ну, тоже попробую почистить оба варианта сапог замшевые. Я буду чистить замшу первый раз. Раньше я ее как? Ну, уже у меня 2 года я ношу эти сапоги. Просто водичкой смывала, прочищала щеточкой и все. Думаю, а как же люди-то чистят? Я нашла в интернете способ, попробую. Говорят, хороший, посмотрела, ну, вроде как да. Будем пробовать, экспериментировать. И заодно смотрите, если хотите. Мне понадобится водка, нашатырный спирт. В равных пропорциях возьму аммиак, колпачок один, и водки колпачок один. Если потом надо будет, потому что испаряется быстро все. А может и не быстро, в перемешку нормально будет. Я специально взяла такую беленькую махровую тряпочку. Хочу посмотреть, будет вот это средство свет забирать сапог или нет. В общем, приступаю к очистке. У меня есть щеточка такая хорошая, специально для замши покупала. Она с 4 сторон используется. Здесь вот как прорезиненная распределяет замшу ровно. Такая тоже прорезиненная, здесь ворсинки твердые. Расчесывать хорошо. Смачиваю в этом средстве. Видите, вот здесь вот потеки были от реагентов, от всего. И вот так все смачиваю, начинаю протирать. Где какие-то загрязнения, хорошо-хорошо протираю. Нифига себе, красится замечательно. Ну ладно, посмотрим. Не буду сильно втирать. Просто посмотрю, чтобы вот эти вот потеки удаляться или нет. Ну, значит, замша такая покрашенная у меня. У меня сапог-гармошку между слоями хорошо протираю, чтобы пыли не было там. Все эти заломы прочистить хочу. Запах нашатырного присутствует. Ну так, нормально, терпеть можно. Быстро испаряется и высыхает. Момент. Пока с одной стороны протираю, с другой уже высыхает. Вот видите, да, немножко забирает средство краску. Сапог. Но я не вижу, чтобы оно слишком что-то побелело или обесцветилось. Цвет яркий. Хочу просто почистить, а потом в сравнении показать. В общем, один почистила. Пусть немножко просохнет. Возьму осенний еще добавить. Че ты? Иди, зайдешь туда, нет? Заходи. Иди, заходи, не нюхай воздух. Так, так. С другого края возьму, посмотрю, как эти будут окрашивать или нет. Сзади постоянно брызги от луж на сапогах. Чуть ли не каждый день щеточкой счищаю. Вроде аккуратно хожу, но все равно попадаю. А здесь вообще краска не смывается никакая с сапог. Так что зависит все от замши. Даже зеленого цвета нету, просто эта грязь стирается. Качество замши, это значит лучше или окрашено прочнее. Ну, в общем, как-то так, имейте в виду. Ну, знаете, на удивление, сколько я ношу эти сапоги. 2-й сезон, по-моему, и даже тряпочка не очень грязная. Хотя я за замшей сильно и не ухаживаю. Просто вот как щеточкой
протираю и все. Ничего даже не грязно. Что тогда за ней ухаживать, да? Пыль стряхнул щеточкой, расправил, и все чисто. Ну так, решила попробовать. Так, ну все, этот тоже сапог оставляю на просушку. Потом дальше будем экспериментировать. Здесь у меня тоже уже ничего нет. В общем, все смокало. Потом буду уже вторые дочищать. Так, все, подсох вроде сапог. Но тут немножко не досохло, не буду ждать. Видите, как он выглядит? Я вижу, что вот здесь вот были беленькие такие от воды. Хоть я и мыла, промывала. Сейчас нету, особенно вот здесь вот по краям. Здорово. Сейчас я покажу, вот который не чистила сапог. Видите? Вот, видно, не видно. Хотя он чистый, но вот здесь вот я не знала, как его прочистить. Я водой просто чистила полоски белые. Здесь вот немножко. Здесь уже ничего нету. Теперь, если где-то белое, да, что-то, чтобы восстановить цвет, рекомендуют протереть уксусом. 9% уксус. Можно на тряпочку сразу, но я не буду флакон марать. Просто сюда налью чуть-чуть. Смачиваю и уксусом протираю для восстановления цвета, что ли. Говорят, замша любит уксус. Но если любит, значит, пропитаем. Видишь, от уксуса цвет тоже не съедается сильно прям. Я хорошо смачиваю тряпочку. Даже видите, как уксусом не пахнет. Уксус 9%. Я даже без перчаток. И руки не щипит. Ну, если ранок нет, конечно, хорошо. Мне нравится, что вот эти швы, где прошито, они прям, мне кажется, посветлели. Вот здесь все чистенько будет. Где-то замусоленное чуть-чуть или затертое, видно, как расправляется замша. Все, оставляю, пусть просыхает. И теперь займусь вторым. Тоже уксусом протираю. Вот, видите, ничего не делала, просохла после водки с нашатырным. Здесь еще мокровато. Но все равно все хорошо, чистенько. Разводов никаких не видно. Здесь тоже были вот так вот. Ходишь, иногда промокает. И тут пятнышки сзади. Все, вытираю. Тоже так же. Оставляю на просушку. Так, вроде все подсохло со всех сторон, как видно. Потому что замша такая, ее чуть-чуть проведешь, она как-то раз и сразу меняет цвет. Я не вижу, чтобы сильно цвет изменился. Но мне кажется, чуть поярче, может быть, стало. Почище, да, от пыли, от всего. В общем, теперь щеточкой вот этой расчешу и все. Видите, вот так проводишь, уже цвет другой. Так проводишь, тоже другой цвет. Вообще для замши вот эта щетка очень классная. Даже какие-то капельки вот так просто потер в сухом варианте, и все. Распределяется. И как будто бы чистенько. Все-все-все, здорово. Вот это тоже резиночка, она такая эластичная. Как ластик. Что-то затереть раз. Как на листе бумаги потер, и все. Классно. Не, ну правда видно, что она как бы обновилась, замша. Такое ощущение. Сейчас я покажу вместе, который не чищенный сапог и чищенный. Увидите, различие или нет. Ну, в любом случае, вся пыль, грязь, она счищается. Раз светлая, раз темная, да? Классно. Все, один сапог готов. На зиму я туда помещаю, прям набиваю, чтобы объем плотный был, газетой.
И сюда вот вставляю, у меня есть картонка такая, чтобы они форму держали. И теперь я этот расчешу. Так, ставлю на свет, чтобы видно было. Не, но эти однозначно смотрятся как новенькие, а эти как грязненькие. Но по цвету не отличаются, вообще по цвету не отличаются. Вот так выглядят чищены и не чищены. А теперь сделаем вот так. Посмотрите, отличие есть? Где чищенный сапог, где не чищенный сапог. Ну, я думаю, видно все равно, да, вот этот расчесанный, ровненький такой, яркий. А здесь, видите, ну, здесь крошки, конечно, и вот эти вот потеки. Сейчас тоже на втором буду убирать. Вот как выглядит, да. Дальше этот почищенный, сразу видно же, да. Вот этот такой. Но эти вот не сильно отличаются. Хотя вот видите, тоже вот грязь есть. И здесь капельки. Сейчас покажу. Видите, вон грязи, как они остаются. В принципе, щеточкой они очищаются. А здесь сзади ни одной капельки не видно. Чищу вторую пару. Смочила уксусом и, не дожидаясь просыхания, прямо с уксусом щеточкой вот так вот провожу. Расчесываю. И мне кажется, даже замша просто как-то лоснится. Видите, еще влажный сапог. Я прям вот так распределяю весь уксус по замше. Влажный. Блестит. Хоть в ту сторону, хоть в другую сторону. Не, классно, мне понравилось. Видно, что замша очищается и приобретает блеск. Цвет она не теряет абсолютно. Даже вы видели, вот у меня тряпка покрасилась немного, да? Тем не менее, абсолютно никакого нету выцветания или белесости на цветной замше. Все замечательно. Да, вот так обновить можно ее, почистить и на зиму поставить. Все пятнышки ушли сзади. Блеск есть, видно, я вижу. Не знаю, как камера передает, но блеск и свежесть, чистота замши видна. Конкретно. Здесь еще мокрая. А эту вот щеточку я потом, когда сильно она загрязнится, уже черненькая, зубной щеткой старой прочищаю с мылом. Она потом чистенькая, как новенькая становится. Сапожки подготовлены к зимовке. Чистые со всех сторон. Замечательный метод. В общем, можно таким пользоваться. Показала вам со всех сторон. В общем, смотрите, оценивайте, подходит вам такой метод или не подходит. Сапожки почистила, мне понравилось, хороший метод, быстро, без заморочек, цвет сохраняется, свежесть такая приобретается. Если вы знаете какой-то другой интересный способ чистки замши, советуйте, тоже попробую. Всем самого доброго, здоровья, крепкого, пока!